Самое новое, технологичное, сложное, но весьма полезное. Это проект «Хай-тек» на телеканале «Хабар 24» в студии Иван Тулинов. Сегодня о пересадке рук и шарообразных дронах. Дрон-шар. Беспилотники теперь и на МКС. Чудеса медицины. Первая двойная пересадка рук ребенку признана успешной. Дроны теперь и на МКС. Опубликовано первое видео с работой нового устройства, которое пополнит арсенал инструментов космонавтов. Это дрон в виде шара. Название этого необычного беспилотника — Intball. Он создан специалистами японского космического исследовательского агентства. Дрон будет работать в секторе Киба на Международной космической станции. На этих кадрах первый день его трудовой смены, которая началась 4 июля. Девайс создан с помощью 3D-печати, он оснащен камерой. Около 10% рабочего времени космонавтов на орбите — это съемки. Дрон-шар позволит освободить это время для других задач. Также создатели надеются, что с его помощью можно будет обеспечить виртуальное присутствие наземных специалистов во время проведения разных экспериментов на МКС. Настоящий прорыв в медицине. Первая двусторонняя пересадка кистей рук ребенку признана успешной. Эта история началась 6 лет назад. Мальчик Зион из США лишился рук из-за серьезной инфекции и сепсиса. Полтора года назад ему провели сложнейшую операцию. Это кадры операции. Она длилась 11 часов. Трансплантологи и нейрохирурги детского госпиталя Филадельфии и медицинского университета Пенсильвании провели сложнейшую операцию. Затем Зион проходил интенсивный курс физиотерапии и психотерапии. Ему пришлось учиться управлять новыми руками, полученными от донора. Хочу написать письмо родителям мальчика, чьи руки теперь у меня. Они не обязаны были делать это, но они разрешили. За 18 месяцев 8 раз организм мальчика пытался отторгнуть пересаженные кисти. Каждый раз приходилось использовать иммунодепрессанты. Ситуация осложнялась и тем, что мальчик также ранее пережил пересадку части почки. Сейчас Зион может брать предметы самостоятельно, обслуживать себя в ванной, одеваться и писать. Медики констатируют, операция прошла успешно. Знаете, он теперь стал совсем независимым. Ему не нужна моя помощь, чтобы принять медикаменты. Он много чего уже может делать. Через год ему вовсе не потребуется моя помощь во многих делах. Это очень-очень радостное ощущение. Распознавать и узнавать. Вот что умеет Apple для мобильных устройств Halos от компании Blippar. Приложение существует с прошлого года, и оно позволяет с помощью камеры смартфона распознать очертания лица человека и определить его личность. Прежде это было возможно только для 70 тысяч знаменитостей и общественных деятелей, теперь же для всех. И, конечно, у многих сразу возникли вопросы о безопасности. Компания Blippar выпустила новую бета-социальную функцию под названием Halos, которая привносит новую технологию распознавания лиц в фирменное приложение смартфонов и планшетов. Используя ее, пользователи смогут создавать и настраивать свой собственный профиль AR-лица, просматривать получившуюся картинку и изменять несколько показателей. Они появляются над их головой в виде кружочков, баблов. Итак, я собираюсь сделать блип на Холли. Посмотрим, что она поместила в свой профиль сегодня. Мы видим, что она похожа на канадскую актрису Джордан Хейс. Совпадение 70%. Вот какие пила она сегодня коктейли. Прикольно. Вот шарик настроения. Она чувствует себя сегодня уверенно и дерзко. Функции довольно занимательные для рядовых пользователей. Однако сервисом могут воспользоваться злоумышленники. Так считают специалисты организации, занимающихся кибербезопасностью. Что, если кто-то на улице отсканирует мое лицо? Больше нет никакой анонимности. И, конечно, никакого контроля над частной жизнью. Создатели нового сервиса успокаивают. Пользователь может запросто включить режим невидимки. Есть ограничения по возрасту использования. Впрочем, то, как Halos изменит наши социальные коммуникации, об этом узнаем позднее, если сервис станет достаточно популярным. Смотрите «Хай-тек» на Хабаре 24 и пишите нам на электронную почту, если желаете рассказать о своем изобретении. На сегодня все. До скорого.